Конструкции качелей и песочницы в Белгород привезли из Белоруссии. Игровые снаряды установили на специальное покрытие. Все с учетом особенностей детей с ограниченными возможностями, чтобы было удобно. Мне очень понравится. Тут можно, как и дырочки вот эти вот, можно и открывать, и там что-нибудь мастерить. Очень важно играть без мамы. Очень важно играть самостоятельно с детьми. Не когда мама поддерживает, помогает, переносит с одного места на другое. Когда ребенок на коляске, может сам передвигаться и сам устраивать взаимосвязи с детьми, чтобы он чувствовал себя самостоятельным. Новая детская площадка установлена на общей дворовой территории 7 многоквартирных домов по улице Садовая. В этом году здесь проводят капитальный ремонт. Инициатива об устройстве такой игровой зоны принадлежит местным ТОСам. Проект поддержали городская администрация, спонсоры и благотворительная организация «Святое Белогорье против детского рака». На каждой игровой площадке в каждом районе должен стоять хотя бы один такой игровой элемент для детей с ограниченными возможностями, чтобы они везде у себя дома чувствовали себя как дома. Она действительно у нас одна из первых, и поэтому и символично то, что открываем мы сегодня 1 июня Международный день защиты детей. Дети – это укладываешь в будущее, это самый золотой запас, который можешь вложить деньги, это наших детей. Инклюзивная площадка открыта для всех. Здесь могут вместе проводить время как здоровые ребята, так и с нарушениями развития. Это поможет снять барьер в общении и адаптироваться особенным детям в обществе. Анастасия Матухно, Александр Подубный. К этому часу. Белгород.